На границе с Россией огромные очереди из грузовиков. Почти сотня фур стоит на международном пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. Еще столько же развернулись и поехали другим маршрутом. Как сообщили в Госпогранслужбе, российская сторона не пропускает грузовики уже второй день. На официальный запрос украинского погранведомства ответа нет. Но люди, которые пересекали границу, рассказали, что на российском КПП вышло из строя рентгеновское оборудование для досмотра грузов.